Здорово, коты! Мы с Альбертом решили прикольнуться над Пигги и переоделись в свиней. Мы думали, что старая свинина примет нас за своих хрюшек и не будет нас ловить. Но, как обычно, все пошло не по плану. А смогли ли мы убежать от Пигги или нет, ты узнаешь, если досмотришь видосик до конца, поставишь лайк и подпишешься на канал. Да-да, Альберт, я тоже надеюсь, что нас не поймают. Ну, по крайней мере, на нас не должны обращать внимание. Хотя, мне кажется, мы спалимся в какой-то момент. Да, это будет странновато, что здесь бегают еще свиньи. Я на этой карте один раз играл, и было довольно-таки сложновато. Слушай, ну, на самом деле, карта сама по себе очень сложная. Я там видел какую-то карту, которая вообще какая-то впритык. Вот-вот, здесь... А ты где там? Маленькие комнаты, и вообще некуда убежать. Я сейчас пытаюсь открыть двери и что-то найти. Я нашел зеленую карту. Красавчик. Так, золотой ключ. Смотри, зеленая карта на третьем этаже. Угу, иду. А я пока пойду поставлю доску на крышу, и я надеюсь, что мы все-таки сможем сбежать от этой вонючей свиньи. Здесь рыжая карта. Рыжая карта. А рыжая карта где она находится? Понятия не имею, Альберт. Я тут ни разу пойду не искать. Мне кажется, что это во втором здании. Здесь же всего два здания. Все, за мной свинья. А, это ты. Это я. А вот там свинья. Я уже хотел прощаться. Слушай, там реально... Это было опасно. Снизу свинья уже ходит. Это страшно. Слушай, мы друг друга пугать будем так. А вон бабка-свинья меня испугалась. Бабка-свинья? Да, это бот, и он меня не ловит. Серьезно? Это... Не, это же игрок. Нет, вот эта бабка, это типа бабуля Гренни, это бот. А, я понял. А еще одна свинья где? Я вот. Слушай, пойдем. Будешь охранять. Будешь охранять меня, потому что я не знаю, куда идти. Так, Grandma Piggy's паутина. Что это значит? А, она застряла. Вон, смотри, это старая свинья. А, ну и замечательно, в принципе. Так, вот здесь, вот здесь. Вон, все, идет. Идет сюда. Интересно, может, она подумает, что мы ее дети и не будет нас трогать? Я до конца не уверен, что это так работает. Она идет. Но я буду надеяться изо всех сил. Она... Я открою оранжевую дверь. Давай, она пока за нами здесь бегает, Альберт. Окей. Так, она на второй этаж, я надеюсь, не идет? Нет, она между домов идет за нами, поэтому ты можешь там пока делать свои делишки. Я нашел динамит. О, это надо на улицу. Давай, спускайся. Это на улицу? Так, ну я на улице. Ты уже на улице? Подожди, здесь свинья ходит на первом этаже. А как ты вышел? Я? А, спокойно, вас там не было просто. Серьезно, ты уже где-то? Да, там вас не было. Слушай, тебе надо найти ворота. О, все, Альберт, пойдем. Здрасте. Сзади тебя вот. Слева дверь вот серая. Да, взрывай ее. А, все, окей. Положил. Ой-ой-ой-ой! Свинья, мы тоже свиньи. Отходим! Хрю-хрю-хрю. Надо как в Brawl Stars покружиться. Ты вообще, что ли, не боишься? Не, ну может мы подружимся. А, она кружится, смотри, типа мы друзья. А, ну ладно. Я надеюсь, она нас пустит. Вообще свиньям доверять такое себе дело. Да, я огнетушитель нашел. Так, я на всякий случай буду обходить ее по кругу, потому что мало ли что. Да, нет, это опасно. Нам надо подняться на крышу сейчас. Все-таки это не морская свинка, поэтому мало ли что. Давай, Альберт, тут затушим, пока эта свинья что-то тупит. Так, я затушил, все. Пойдем. А где гнетушитель? Я золотой ключ знаю где, а то куда его использовать, не знаю. А, слушай, нам надо вот здесь наверх залезть. Альберт, в этом здании. Давай. Ну, вот в этом? Да. Ну, пойдем. Да, надо пойдем его обойти, пока эта свинья там ходит. Патроны зачем нужны? Патроны нужны в пистолет. Где пистолет, я понятия не имею, честно говоря. Я еще помню то, что можно траву дать вот этой вот. Да, если свинке. Дадим мы это зебра. Зебра? Да. Они все на одно лицо, какая зебра? Согласен. Бабка-свинья, вот с ней, кстати, не подружишься. Да, я не хочу к ней особо подходить, но у меня шанс 1 на 1 000 000 убежать от нее. А ты где? Пойдем наверх, Альберт. Все. Давай. Ты огнетушитель выкинул, что ли? Он нам нужен. А он нужен еще? Да. За тобой свинья пошла, аккуратно. А, да? Окей. Все очень плохо. Нормально. Я взял огнетушитель. А можно, пожалуйста, ее? Да, все, пока. Все, я отвлек свинью. Ты помогите. Не, выходи. Надо, чтобы... все. Пигги is gone. Что это значит?
А, вот типа... это я не знаю, на 20 секунд. Скорее всего, кто-то дал траву зебре. А, понял. И, видимо... Так, я нашел золотой ключ, но красный я до сих пор еще не нашел. А, слушай, еще нам голубой нужен. Я знаю, что голубой ключ, он на первом этаже в другом здании. Надо его взять. И, скорее всего, там еще один красный ключ как раз лежит. Слушай, очень интересно. Да, я надеюсь, все-таки нас свинья не поймает это, блин. От бабки я убежал. Так, все, открыл. Золотой этот ящик. Морковка. О, морковку надо дать собаке у главного входа, где мы взорвали. Собака, это тоже свинья. Не-не-не. Это тоже свинья. Так, держи морковку. Все? А, да? Все, отлично. Серьезно, мы сейчас бежим? Или что надо еще? Что еще нужно? А, надо ключом отремонтировать замок. Оу, ну это сложно. Ладно, идем дальше. Я думал, то, что все, уже игра закончилась. Игра отлично. Нет, нет. Опа, вот здесь вот как... А, ты взял уже голубой ключ? Нет, я не брал. Кто-то его забрал. Ну, кто-то еще, скорее всего, взял. Я не знаю, кто мог взять. Я, если честно, не брал. Так, у нас 4 минуты, и надо все-таки так, отсюда здесь сбегать. Пробежал, здесь пробежал, здесь он... Ой-ё. Так, оранжевый, это мой. Это мой, он мне не нужен, потому что мы его использовали уже. А, так, у меня есть фиолетовый ключ, и нужен сейф. Код нашел. А что за код? Код мы уже использовали, можешь выкидывать. Вот свинья идет! Свинья! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ты живой? Я живой, не знаю как. Но я вернулся. Ладно. Ладно, хорошо. Она за мной! Нет! Она за тобой? Я бегу. Да! Ё-моё! Я все, я сбежал. Там бабка прямо сзади меня была! Бабка вообще жесткая на самом деле. Все, я сбежал. Выбегай на улицу, там открыли. Все, открыли вход? Да. Отлично! Сейчас. Все, меня увидели, меня увидели. Бабка прям на выходе меня хотела поймать. Все, отлично. Все, меня увидели. Теперь, говорит, надо вызвать полицию. Я первый раз бежал на этой карте. Я тоже, я никогда на этой карте еще не сбегал. Это просто жесть. А, смотри, нас выводит зебра и собака. Да. Они меня вывели, теперь они со мной общаются. Да, они рассказывают, что вызвали полицию, видимо. Там бомж в помойке. Серьезно? Говорят, так. Надо посмотреть, что в помойке. А, у меня позже идет за... А, серьезно? Я уверен, что там бомж какой-то. Блин, что там, бомж-убийца? Все, победа. Победа. А я вот только пошел смотреть помойку. А, ё-моё. Вот такое. Понятно. Ну что там в помойке? Не знаю, что там в помойке, но походу мы спаслись, и это было клево. Короче, друзья, мы оказались в доме старой свинины. Хотя этот дом похож на пиги. Какой свинины. Так, я... Так, она уже рядом. Это ты? А, нет, это не ты. Это не я, Альберт. А, вот он ты. Так, а как здесь отсюда сбегать? Я здесь был всего лишь один раз, но как отсюда сбежать, я точно не знаю. А, слушай, здесь на самом деле, опять же, надо искать ключи, ты не поверишь. И как-то выбираться. Да, скорее всего, это так работает. А вот я не знаю, стоит ли брать вот эти ключи, которые уже наверху, потому что мне кажется, что они использованы. Ой-ой. Что там, свинья? Заходи быстрее наверх. Нет, ты зря, там нету выхода, Альберт. Здесь можно было присесть. Да тихо, я пойду. А, да, тут? Ой-ой-ой, как тут плохо совсем. Давай, кружись. Ты живой? Я убежал, а ты? Я в дырку прыгну. Все, отлично. Красавчик. Так, я напи... Она как-то здесь оказалась! Их две, что ли? Подожди, одна должна быть. А как? Как она была наверху, я от нее убежал, и она уже внизу. Она спрыгнула, она же может сверху прыгать. А, ну, все, тогда понятно. А, это ты, Альберт! Спасибо, помогите. Ты меня напугал. Все, она убежала наверх. Так, куда идем? Здесь, в принципе, я ничего не вижу. Здесь вроде... Не здесь ли была машина? Машина в подвале должна быть. Ой, я на улицу вышел. Слушай, а здесь, конечно, давай патроны возьмем. Все закрыто, еще никто ничего не открыл. Угу. А ключи тогда зачем вообще люди используют? Да я не знаю, где они ими ковыряются, но, видимо, не там, где нужно, там свинья носится. Подожди, а куда нам надо? Ой, наверх, выбегай! Так. Серьезно? Выбегай! Свинья! Слушай, она какая-то огромная по сравнению со мной. Ты живой? Да, я живой, ну прям на грани. Вот какие ключи нужны? Смотри, тут есть голубой, есть красный.
есть фиолетовый. Я даже не знаю, что подсказать, Альберт, потому что я в этом доме ни разу не выбирался. Я тоже отсюда ни разу не выбирался, но а тут есть какая-то, я не знаю, вот электрическая лазерная сетка. Ё-моё, я еле выжил. Живой? Да, да, здесь есть сетка, и как-то все это можно открыть, ну, понятия не имею как. А как бы свинья все время за мной идет, я не знаю зачем. Да потому что ты свинья, и может быть... Чем ей так понравилось? Может быть, это свинья. А, ну типа я свой, да? Ну да. О, тут ванная есть. Так, у меня есть зеленый ключ. У меня есть голубой ключ. Отлично. Я не знаю, где они вообще здесь все используют. Тут как бы, ну, куда идти, что использовать? Люди вообще ничего не открыли. Сейчас будем пытаться что-то найти. А, это шестеренки. Кровать. Шестеренки нужны на улице. Шестеренки. Да, там маленький сарайчик, и туда их надо вставлять. Так, тут свинка Пеппа зачеркнутая. Везде фотографии ее. Она опять рядом. О, здорово, я прыгнул сзади вас. Молодец. Куда деваться? Я убежал. Да, все отлично. Так. Зачем она за мной-то идет? Я не знаю. Иди убивай других. А, все-все, она побежала за пацаном. Иди бей других. Да я вижу. Так, вообще сейчас не пойму. Ключи все есть, а где что открывать нету. Да, надо искать какие-то молотки, еще что-то странно. Мне кажется, что это все есть уже у игроков. Возможно. Надо сходить наверх. Ну, потому что ключи все есть, смотри. Все лежат. Дверей нет закрытых. Здорово, свинья. Куда мне вообще деваться? Не упади, смотри. Ой-ё. Что, испугался? Я подумал, что все. Приехали. Вот здесь надо как-то пройти. А, да? А, вот, смотри, молоток. Ключ. Бери молоток. Все, вниз-вниз пошли. Сейчас будем... А там нет никого? Не-не-не. Как раз сейчас мы откроем дверь, походу. Так, молоток и ключ. Ключ вот для чего? Ключ вон, тебе надо ремонтировать. А, понял. Нет. Нет, не работает? Нет. Вот так не работает. Закрыто. Ой-ой-ой-ой-ой, там что-то кто-то как будто сзади меня появился. Жесть. А я думал, все. Так, еще ключ серый не найден. Ага. Пойду попробую использовать эту шестеренку. Так, а куда мне этот молоток втыкнуть? Вот, смотри, вот это вот здесь используется. Меня идет, аккуратно, Альберт. Нет. Ладно. Надо ее обдурить. Беги, свинья! Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Три свиньи бегут. Так, я побежал. Идем направо-налево, все, бежим. Она запуталась, кстати, за кем бежать. Я где-то видел, где можно использовать вот этот ключ. А, подожди, я знаю, где использовать молоток. Ой. В подвале, точно. За тобой свинья пошла. Окей. Я в ванной. В ванной здесь... Так, смотри, здесь, короче, есть пароль от двери. Угу. Вот это нужно. Я его взял. Пароль нужен от двери, нужна еще какая-то ключ-карта и, насколько я понял, ключ серебряный. А, так, фиолетовый ключ где-то был. Ё-моё, она за мной бегает. Надо найти всё. Фиолетовый ключ. И, скорее всего, в сейфе как раз находится серебряный ключ для побега. Наверное. Вот куда вот этот ключ мой использовать? Подожди, надо фиолетовый найти. А мой ключ куда использовать? Не, у меня есть обычный такой ключ гаечный. А, его все ты уже использовал. Куда? В дверь. Так, пароль. Там же нельзя было его использовать. Ну значит он уже не нужен. Значит его кто-то использовал до тебя. Слушай, нужен фиолетовый ключ, я его где-то... где-то видел. Все, я нашел, где это использовать. Блин. Почти свинья меня я схватила. Нашел, где это использовать. Какая-то жесть. Давай, беги, беги. Да я несусь от нее. Альберт, она здесь, я ее привел к тебе. Ты сюда? Выходим. Беги, чувак. Хорошо, хоть она в эти дырки не пролазит. Если бы она все еще пролазила, то вообще было бы капец. Да, это был бы полный трэш. Она за мной бежит, но у меня... Шестеренок нет. Ничего нет. Куда мне деваться? Блин, свинья, ты не дала мне взять фиолетовый ключ. Мы вдвоем против нее? Не знаю, возможно, кто-то еще остался. Осталось 40 секунд. А, да, я сбежал. О, открыта дверь, серьезно? Я не знаю, кто открыл, но мы сбежали. Очуметь. Слушай, две из двух, просто победа. Просто опять сегодня победа. На изи мы все карты делаем. Я первый раз сбежал и оттуда, и отсюда. Да, я первый везде раз. По первому разу. С двух мест. Слушай, получается, костюмы Пигги нам приносят удачу в этой игре.
Да, надо все время в них теперь ходить. Ладно, друзья, мы надеемся, вам понравились эти видосики. Подписывайтесь на канал Альберта, на мой канал. Ставьте лайки и всем покеда.